Только за минувшую неделю в городе произошло 9 ДТП. 11 человек получили травмы. Только за прошедшую неделю в двух случаях водители отказались проходить медицинское свидетельство, которые совершили дорожно-транспортное происшествие. В одном случае скутерист, управляя скутером, в состоянии алкогольного опьянения. В одном случае дорожно-транспортное происшествие водитель, не имеющий права управления транспортным средством. Но не только алкоголь провоцирует дорожные происшествия. Причин, как утверждают водители, множество. Дороги Ульяновской области. То есть это... И дорожные знаки, вот эти вот все влияют. Неуважение, конечно, друг к другу. Если тебя обгоняют, тоже подрезают. Да и жара, которая не отступает уже много дней, дает о себе знать, признаются водители. Надо, чтобы организм выдержал такую жару. Понятно, и давление повышается, наверное. У кого-то, наоборот, понижается. Аварийные ситуации создают и пешеходы. Вот пешеход переходит. Вам 20 метров пройти. Здесь нельзя. Теперь даме придется заплатить штраф 200 рублей за переход улицы в неположенном месте. Я здесь первый раз в соцгороде. Поэтому думала, остановка, здесь переход, значит, есть. Инспекторы ГИБДД не оставили без внимания и водителя автобуса, который не пропустил пешехода на переходе. Его оштрафовали на 800 рублей. Подобные рейды будут проводиться регулярно. Евгения Кривинская, Виталий Немов, новости Димитровграда.